Югорчанам разрешили посещать новогодние утренники с участием детей при условии обязательного наличия документа, удостоверяющего личность, и QR-кода, подтверждающего факты вакцинации против коронавируса либо перенесенного заболевания. Также пропустят и родителей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее, чем за 48 часов до мероприятия. Эти меры обусловлены тем, что родители во время мероприятий, таких мероприятий, находятся в закрытом, ограниченном по площади помещении вместе с детьми и сотрудниками в течение длительного, не менее 1 часа времени, что повышает риск инфицирования. При этом утренний прием детей в детских садах разведен по времени с 7 до 9 часов утра, и массовое скопление родителей не должно персоналом допускаться.